Плодотворным источником установления контакта является интерес сторон. Субъект, управляющий собеседником, как правило, скрывает свой интересный интерес, но активно апеллирует к тем интересам адресата, которые способствуют достижению намеченной цели. Но и само проявление интереса к собеседнику служит для того сигналом не прерывать, а наоборот продлять контакт. Ведь проявление интереса к личности – скрытый комплимент ей. Каждому приятно подтверждение его самооценки.